Ребята, всем привет, с вами Александр, легенды Дракономании, и только что я выполнил третий бой на нашей, типа, PvP-арене, или как она у нас там называется правильно. И я хочу вам показать, что осталось 23 часа, и я нахожусь на 20 месте в Бриллиантовой лиге, значит, я не завтыкал, и на этот раз я перейду в третью лигу, что там, Драконье чего-то там, да, Драконье Чешуя, или что у нас, как она там называется. Да, третья лига Драконье Чешуя, и вот там уже будет действительно заруба. Наверное, там будут даже вызовом остаться в этой лиге, не то что перейти куда подальше. Также у нас будет сегодня, естественно, акция, механизация, да, мы туда пойдем чуть позже. Ну, сейчас вот мы кого-то прокачаем. Давайте, кого мы тут прокачаем? Так, это нам не надо, в принципе, можно даже, наверное, не собирать везде. Так, дракон листопад мы уже с вами прокачали, да, кто не видел, вот. Вот он, у нас идет акция. Вот дракон листопад, комбинашки там на вкладке сообщества можете поискать. Также у нас сейчас идет кленовый лист. Прикольно, листопад, кленовый лист. В общем-то, осенние драконы пошли, тоже симпатичный такой. Но листопад мне очень нравится по внешнему виду. Плазма плюс снег. Комбинация, и я, собственно говоря, эту комбинацию и уже раз так 5 или больше даже сделал. И получается довольно забавный дракон. Вот такой вот у меня получился. Так, и там, по-моему, конфетка или стихия. Еще кто-то получался из новых, кого мы не видели. Но сейчас мы давайте качнем давайте Крокса. Есть такая лего-фигурка, есть такой герой, да, во вселенной Бэтмена, и даже есть такой герой вселенной лего-чима, короче, крокодил и штука популярная. Так, не стоит, давайте мы посмотрим на его показатели. Эпик 59, очень слабый, по-моему, да, металл фигня, вода фигня, ну, зелень тоже особо атаки не добавляет. Дракон-крокодил охраняет священную крокодилью реку, амазонку, небось. Он очень сильный и агрессивный, но использует эти качества для защиты невиновных. Внешний вид может обманывать. Да ничего, что он внешний вид обманывает? Типа, он, да он наоборот няшный. Давайте мы его немножко покормим, потому что через час начнется акция, где нужно будет снова покормить дракона, как раз я его там на 20 уровень не качну. Ну, забавно, такой он как шарик. Знаете, есть такое видео на ютубе гуляет там, где... Типа, так, коротенький мультик на пару минут. Что было бы, если бы животные в Африке были слишком там толстые или как-то так. Ну, короче, там же животные прям как шарики. Вот одни только лапки топчутся. И там, по-моему, гепард гнался за какой-то антилопой. Короче, забавное видео. Кто смотрел, ставим лайк. А вот такой вот у нас дракон Крокодайл. Он и называется крокодил. Отлично. Так, ну а мы тогда переходим. Переходим к нашей акции механизации. Давайте тут проверим. Тут я участвую, что нужно. Выведите как можно больше драконов. Может даже еще куда-нибудь успею. Ну, а химия, короче, нас не интересует. Так, ну вот здесь. Как говорится, я не спешу. Может сейчас сколько? 14 тысяч очков. Может мы пройдем это подземелье. Оно, конечно, вроде бы и не длинное. Но это вот по поводу... Стоит вспомнить. Помните, когда мы выбирали, кого качать? Анубиса или Ра? Мы выбрали Анубиса. Потому что у него были две новых стихии, то есть божественная и пустота. Да, вот как бы эта акция механизации нам как раз об этом напоминает, потому что вот здесь вот были вот эти вот бои, где условия только ветер, у меня ветра нет. Потом дальше условия вот это вот только камень, у меня его тоже нет, то есть мне пришлось это все дело покупать, ребята. Вот потому, конечно, нужно выбирать не самого сильного дракона в команду, а того дракона, который перекроет нужные вам стихии для начала. Ну, конечно, когда уже все стихии перекрыты, тогда можете уже брать себе любого дракона. Так, ну и что здесь? Ну, здесь хоть мы что-то можем повоевать. Ну, так себе, на самом деле. 47-й. Так, вообще, ладно, давайте будем атаковать. Справимся. Отравление там подействует, и думаю, будет нормально. Ну, хорошо. Ну, короче, жестко этого подземелечка у нас такое получилось.
А еще мне чем-то Рокетмена напомнил. Старого Рокетмена. Я, в принципе, сейчас хожу куда попало. Как бы... Да, ну вот. Смотрите. Опачки. Ничего не могу сделать. Нужно идти в обход. То есть, ну, вот и, в принципе, хорошо, что я как бы сильно не впрягался в это событие, потому что я его вряд ли выполню. Если там дальше тоже нужно будет идти в обход, а это будет уже стоить тысячи, так сказать. Вода. Опять же, вот потратил сюда лишнюю остановку сделал, лишних там 160 потратил. Еще и в обход теперь приходится тратить лишних, ну, короче, тысячи две. То и больше я тут трачу лишних. Так что ничего мне не светит в этом подземелье. Но, наверное, многим из вас тоже, у кого есть сильно вкачанные драконы со стихиями камень. Камень. Ветер. Ну, блин, здесь вообще хоть бери, да, просто сразу иди в обход. Ну, только у того, у кого какие-то эпики, кто на начальном уровне, то есть тот может как бы... Уголек, ну спасибо, но он у нас уже есть. Мы тут завершили пароход. И давайте пойдем дальше. Ну, очков совсем мало. Ладно, пойдем по самому дешевому пути пока. Но он будет явно длинным. Так, уже он как-то не очень дешево выглядит. Ладно, налево пойдешь, коня потеряешь. Но мы не сможем сюда дойти, да? Ну да, и блин, ужас, вот сюда больше косаря мы сейчас потратим, вот, уже 600, 900, там 1200 и целая 1000, чтобы открыть сундук, а так было бы 3 боя. Так что, все как бы печальненько, грустненько в этом отношении. Так, ну нам еще нужно выиграть одну битву, ребятки, одну битву. Давайте заглянем, что я здесь выполнил. Готово, 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 готово. Так. Выполнить задание клана какое-нибудь. Фу. Собрать золото на рудниках. Готово. И там, по-моему, 2 нужно было выполнить задание. И дайте драконам еду. Сульфур, да, по-моему, если я не ошибся. Как тебя зовут? Сульфур, да. Все правильно. То есть выполнили мы наши условия. Так, кстати, насчет ученика. Активировать слот. То есть, ребятки, это вы сюда мне можете как-то добавиться. Кто-то писал, просил, возьми меня в ученики. Как бы, пожалуйста, проситесь, я возьму. Я только за. Так, руднички. Отлично. Так, что у нас здесь? Давайте сразимся еще разочек. У нас есть 5 флажков. И противники, смотрите, здесь довольно-таки не кислые. По уровню они сильные, правда, что они еще не легендарные. Да? А это был ОВД, по-моему, цветочек, да? Здесь мы справились. Кстати, а в героическом режиме там и где? Мы же в героическом режиме... Очень далеко. О, давайте босса завалим в героическом режиме. Ё-моё. Мы уже тут своими силами можем бодаться. Ха, не того ты оглушил. Ай. Ладно. По барабану. Противник был не силен. В общем-то, точно. Чё-то я забыл. Будем продвигаться... Нам еще, мы тут только треть пути прошли, нам еще несколько островов тут шагать и шагать. Так что будем, короче, сражаться. Пока не прокачаемся на уровень выше 60-го, чтобы там уже на острове божественном, короче, тоже кому-то навалять люлей. Так, ну это мы, в общем-то, все выполнили. Механизация. Все, все, все выполнили. Только осталось там еды чуть-чуть собрать, но это как-нибудь уже... Как-нибудь без нас. Что у нас здесь? Соберем котел. Здесь все отлично.
Так, ну и давайте, может, один какой-то боёчек сделаем здесь, да, да и закончим на сегодня нашу серию. Минус 15. Давайте возьмем Анубиса и погнали. Так, гипноз, ну, слабачок какой-то. 23 уровень всего лишь. Мне нравится просто, как выглядит Анубис. Ну, факел тоже мне нравится, очень симпатичный дракончик. Ну, и Ра мне тоже нравится, когда-нибудь мы прокачаем Ра. Когда у нас будет уровень драконов достаточный, чтобы пройти последний остров божественный, тогда можно будет уже взяться за прокачку второстепенных драконов. Ну, после того, как мы перекроем все стихии еще, кстати. Я даже вот не знаю, кого бы нам взять из стихии камень. Это камень. Камень, вода. И ветер. То есть мне вот эти три стихии нужно как-то перекрыть. Ну, двумя драконами, естественно. Это может быть фея. Давайте сейчас мы посмотрим, колдовать. Здесь они у нас по уровню, по силе. И давайте сейчас посортируем. Ветер. Ладно, давайте легенды. Кто у нас есть по легендам? Так, вода есть у Мороженка. Вот здесь вот есть ветер. Блин, здесь не видно, какие стихии. Ну, ну вот ветер. Ветер и вода. Ветер и вода получается. У тебя что? Голубенький, это же... Это же ветер. Нет, бель... Так, что-то я... Подождите, или это свет у нас? Это свет. Свет. Это у нас свет. Хорошо, с этим разобрались. Свет и ветер. То есть голубенький — это ветер. Это ветер. Усач. Усач, земля. Рудольф. Ветер и вода, кстати. Рудольф же раньше... А, это Рульф. Рульф. Он, по-моему, довольно сильный дракон. Так, лунтик, свет, зелень, неинтересно. Это тоже неинтересно. Свет, энергии, неинтересно. Опять же, свет, зелень, неинтересно. Так. 72. То есть, ну, вполне себе крепкий дракон. То есть, можно вот качнуть оленя будет. Ветер перекроет и воду. Но хотелось бы, наверное, кого-то, чтобы перекрыл ветер и камень. Легендарный какой-то. В общем-то, ребятки, в принципе, пишите свои предложения, кого, какой дракон, ну, это, давайте еще божественных глянем, божественных. Какого дракона взять, чтобы перекрыть эти стихии? Вот есть гипноз, но, опять же, у него только одна стихия, потому что мы уже взяли здесь то же самое, металл. Ра вообще в этом отношении бесполезен. Вот есть... Есть камень. Камень и вода. Во. Вот неплохой дракон Неджа. Неплохой дракон Неджа. Перекрывает сразу две стихии. Вода и камень. А здесь ветер и огонь. Ну, не очень прикольно. То есть вот Неджа. Неджа нам подходит. Так что предлагайте свои варианты, кого еще стоит взять в команду, чтобы перекрыть вот эти вот три стихии. Земля, камень, короче, ветер и вода. Вот так вот. Так, что у нас тут по 3 миллиона еды? Да, совсем мало, конечно. Давайте заглянем еще на карту. Посмотрим на обычный режим. Какого там все-таки уровня? 60 какого-то. 60 уровень драконов. Они эпики. Ну, нам туда еще далеко. 8 уровней все-таки. Ну, 2 звездочки компенсируют всего лишь 2 уровня. То есть, мне считается, что 54 против 60. Далеко. 54-60. Даже если это у нас легендарный, посчитать, что он там 55 или 56. Все равно 4 уровня — это много. Это много для драконов. Ну, как-нибудь разберемся. То есть, не так уж далеко нам осталось. Заглянем еще, знаете, куда, сколько стоит качать факела дальше. Сколько ты будешь кушать дальше? По пол
По 640 тысяч, ребята. Это печально. Вот так. У нас теперь 53 уровень. Он дико силен. Невообразимо силен. 4,4 миллиона урон. 13,6 миллионов жизни, ребятки. И на этой торжественной ноте я с вами прощаюсь. Всем пока.